наступил Новый год. Новый год – это всегда ожидание чуда, надежды, уверенности, что этот год точно будет, ну, чуть-чуть, но лучше. И в эту новогоднюю ночь, которую мы с вами прожили, каждый под елкой нашел то сокровенное, что так дорого сердцу, душе и вообще просто каждому из членов семьи нашей большой Ульяновской области. Милые наши земляки, уважаемые мои коллеги, дети, родители, пусть все ваши идеи и мечты обязательно исполняются, а все, что запланировано, точно будет успешным. И этот ушедший год еще раз нам доказал, как важно живое общение, как важна любовь, как важно понимание близости друг друга. Счастья вам в этом новом году!